Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В субботу утром было поминовение усопших. Это у нас батюшка Иоаким приезжал. Вот, и были сестры на клиросе. Вот, так как братьев часов не было, батюшка Иоаким мне дал почитать 90 псалом на церковно-славянском языке. Вот. Но я всегда молюсь на русском, и все псалмы читаю всегда тоже на русском. Первый год, я помню, было, что когда я поселился, стал рядом с Игнатием Тихоновичем жить, он меня тоже пробовал на церковно-славянском, чтобы я утренние молитвы, вечерние читал. Но как я кучу разных ошибок делал, он меня, конечно, пытался как-то исправить, но потом понял, говорит, ладно, говорит, читай, говорит, на русском. Все, я возрадовался. А вот тут батюшка заметил, что я на церковно-славянском не умею читать совершенно. И он говорит, как бы небольшая тебе епитимья. До конца поста читай утренние и вечерние молитвы на церковно-славянском языке. То есть вот мы вечером сейчас помолились с Игнатием Тихоновичем, он уже спит сейчас. Вот, а я решил соблюсти эту епитимью и почитать на церковно-славянском. Называется «Молитвы на сон грядущим». Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. А я еще пришел, спросил Надежды Васильевны Лапкиной, молитвослов, вот она мне дала, с правилом ко святому причащению, пасхальный канон. Ну, тут и утренние, и вечерние молитвы. Вот, и вот она говорит, ты, говорит, только читай, говорит, как в церкви, говорит, то есть без выражения. Вот сейчас я прочитал с выражением. Она говорит, она, что надо, царю небесный, утешителю души и истины, и же везде сый, и все исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приеди и вселисенны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Престая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, святый, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Здесь вот что еще хорошо в этом молитвослове, что тут сделано на каждом слове почти ударение. То есть можешь уже видеть, где какое ударение надо делать на слово. То есть на какую там гласную. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумевающие, сиют ти молитву, яко владычице грешной приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тебя был уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконие наших, но призри, и ныне яко благоутробен, и избавлены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.
Милосердие двери отверзишься, отверзи нам, благословенная Богородица. Надеющийся на те, да не погибнем, но да избавимся тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и царю всякого создания, сподоби у меня даже в час сей доспети. Прости мне грехи, я же сотворих все делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякие скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ложа благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и по перу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, сам совершенцей Иисусе Христе, много ради милосердия Твоего, навсегда во мне почивай, Иисусе добрый, пастырю Твоих овец. Не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину, сатанину, да, не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи Боже, поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящий меня сохрани, немерцающим светом, Духом Твоим святым. Им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастную, мыслью мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время, подобно на Твое словословие. Яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердился и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елика, тих согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, горе скота. Вольны мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглества и уныния. Аще имени Твоим кляхся, или похулих в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или ниш приди ко мне и презрих его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих,
или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обидохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и ту и уязвлен был сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иное, что в содеях лукаво не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благ и человеколюбец. Да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Ну и вот так вот все в дальнейшем, как говорится, в этом духе. Это мне полезно для смирения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.